Балерина отметила, что не перестает смеяться над комментариями под своими постами. Балерина Анастасия Волочкова давно уже не скрывает, что у нее новый роман. Вот только своего кавалера она показывает по частям, сохраняя интригу. Первое время распространялись слухи, что Волочкова встречается со своим охранником по имени Малик. Якобы танцовщица не устояла перед ярким чеченцем, который за ней очень элегантно ухаживал. Впрочем, информация о романе с охранником не подтвердилась. Сейчас же балерина и сама заявляет, что ее новый мужчина к охране отношения не имеет. «Ребята, я сейчас реально сдохну от смеха. Хорошо, что вы хоть поняли, что мой не охранник. Если бы громкость моего смеха можно было выложить с ним из Мальдив, вы бы так поржали. А я тут подзагорела», — не без гордости заявила танцовщица и продемонстрировала свой очередной шпагат. «Живет человек своей жизнью, такой, какой ей хочется, и независимо от ваших комментариев будет выкладывать, что ей захочется. И самое главное, она сама заработала на эту жизнь. И нет злости у человека, если птице отрезать крылья, если ноги отрезать тоже, то птица умрет от скуки, потому что сидеть не сможет, боже. Спаси эту ненормальную. Таких дур среди звезд больше нет», — заметили в комментариях пользователи.